Сингапур есть архитекторы, проекторы и все прочие, которые дают ТЗ. В Сингапуре есть исполнители, инженеры и мастера, которые исполняют ТЗ. Так вот, какой-то... акцентировать момент на профессии. Какой-то странный чувак, как бы... сделал все, как было описано. Давайте я прижмусь к ней, чтобы был лучше кадр, да? Сделал все, как было описано в ТЗ. Он натянул проволоку на выступающий над забором Но, ребята, вот так выглядит охрана школы в Сингапуре, да? У них по ТЗ было, скорее всего, высокий забор метра в рост человека. Смотрите, это в рост человека. То, что я держу камеру на уровне своей шеи, это да, это в рост человека, местного. Вот. И там было, скорее всего, в ТЗ написано о том, что вы натягиваете забор в рост человека, да, наверное, вот этого. Вот. И сверху пускаете проволоку, чтобы никто не перелез. Кто-то забыл упомянуть колючую, поэтому вот. Это просто забор в рост местного азиатского человека, да. Вот сейчас я поднял до уровня глаз местного азиатского человека, по которому пущена проволока. Это все, что вам нужно знать о Сингапуре, о его инженерах, строителях и о его исполнительности конкретно в данных ТЗ. Вот. Поэтому, если вы где-то в Сингапуре здорово даете ТЗ, описывайте все, вплоть до длины шипов на проволоке, потому что иначе вам вместо колючки натянут просто проволоку.